Самодельные бомбы и гранатометы нашли недалеко от села Анди Ботлихского района. В крупном тайнике находилось 12 ручных гранатометов, пулемет Калашникова, 4 самодельных взрывных устройства, 13 тысяч патронов различного калибра. И это не весь список найденных боеприпасов. Силовики обнаружили схрон в рамках проводимой на регулярной основе операции оружия. Согласно его условиям, граждане могут быть освобождены от ответственности за незаконное хранение оружия, если на добровольной основе его сдадут. Стоимость выкупаемого пистолета составляет 45 тысяч рублей, автомата – 60 тысяч рублей, охотничьего гладкоствольного ружья – 4500 и стоимость одного патрона – 15 рублей.